Скажи, пожалуйста, это первая игра Родины на таком масштабном турнире Олимп-кубок ФНЛ 2020. Что испытывает команда, когда участвовала сегодня в первой игре такого масштаба? Эмоции были только положительные. Вся команда настраивалась на победу, несмотря на такого сильного соперника. Ну, то есть, сама отдача была по полной, и все готовились к этой игре, как к последнему бою. А скажи, пожалуйста, то, как вы рассчитывали, как будут играть сегодня Химки, совпали ожидания, реальность? Или Химки же повели себя несколько иначе? Ну, в первом тайме, я как понял, играли основные игроки Химок, и очень сложно было им что-то противопоставить. Но, как мне кажется, мы действовали довольно неплохо. В первом тайме, то есть, ну, хорошо играли. А в втором тайме, я считаю, что мы должны были забивать и выигрывать матч. Спасибо большое, удачи вам в следующих играх. А скажите, пожалуйста, вот это первая игра футбольного клуба «Родина» на таком масштабном турнире Олимп-кубок ФНЛ 2020. Скажите, пожалуйста, какое сейчас настроение вообще у команды, какой настрой на такой бы турнир? Ну, настрой, естественно, хочется сказать спасибо нашему руководству, что дали нам такой шанс поучаствовать в этом турнире. Для нас этот турнир очень много значит, потому что мы играем с хорошими командами, с ФНЛ и Премьер-лигой. То есть он дает нам толчок развития во всех отношениях. Мы смотрим, как мы выглядим на фоне таких команд. Всегда приятно играть с хорошим уровнем команд и хорошего класса. Смотрите, у вас это вторая игра на Кипре, первый был товарищеский матч с футбольным клубом Ригом. Помогла ли та игра вам освоиться на здешних футбольных полях? Ну, с Лигой всегда интересно играть, потому что команда двух- или трехкратный чемпион своей страны, играет в Лиге чемпионов. Для нас это очень большое подспорье, да, мы всегда с удовольствием с ними играем и учимся у них, и показываем свою состоятельность. Естественно, она нам помогла, вот, потому что все равно уровень, я думаю, сопоставимый с нашим ФНЛ. Вот, и несмотря ни на что, мы отталкиваемся всегда только от своей игры, вот, стараемся играть в свой футбол. И, то есть ребята и игре с Ригой, и сегодняшней игре, я считаю, что они молодцы, выполнили ту задачу, которую мы ставили. К сожалению, результат игровой неположительный, но самое главное, какие цели мы ставили, они все выполнили. Ну и актуальный вопрос касаемо как раз сегодняшней игры. Вот ожидания, реальность насчет того, как поведет себя Химки в этом матче. Совпали ли у вас? Или Химки приняли другую стратегию? Нет, всегда приятно играть с хорошей командой, потому что эта команда борется за выход в Премьер-лигу. Вот, очень много классных игроков. У них новый тренер, есть что доказывать. И мы, в принципе, знали, как они будут играть, потому что мы до этого играли с молодежной Химки второй лиги. Вот, знали примерно, кого сильные стороны каждых из игроков, старались донести до ребят. Вот, ну, в целом, все равно мы исходили от своей игры. Вот, так что, в принципе, сегодняшняя игра показала, что мы можем играть с сильными командами и расти. Спасибо большое. Спасибо.